Около 20 контейнеров, которые упали в Северное море, с грузового судна «Зои» вынесло на берег нескольких голландских и немецких островов. Но пока не удалось найти 3 контейнера, в которых хранились органические пероксиды – ядовитые химические вещества, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. Многие контейнеры утонут, и нам нужно будет следить, не всплывут ли они снова. Конечно, мы их ищем. В операции задействованы специальные суда. Как говорит экипаж сухогруза, 3 опасных контейнера однозначно оказались за бортом. Они содержат вещества, которые реагируют на высокие температуры, но пока довольно прохладно. Кроме того, учитывая уровень влажности, можно говорить о том, что эти вещества не представляют такой серьезной опасности. Сухогруз «Зои» – один из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно попало в шторм, когда шло из бельгийского города Антверпен в немецкий порт Бремерхафен. В результате 270 контейнеров, в большинстве из которых находились игрушки, техника, автозапчасти и мебель, оказались в море. Сейчас ведется поисковая операция. К ней привлечены вертолеты и суда, оборудованные специальными гидролокаторами.